кормушков и на улицу. Честно говоря, мне понравилось. Я люблю вообще все-таки классику. И я чуточку так подумала, что может это не для меня. Что мне не понравилось, это слишком шумно. Некоторые места можно бы и потише сказать. И, ну, так сказать, кровавая вещь. Я все-таки думала, что больше красного цвета будет. Но, может быть, это так, в моем личном мнении. Что мне удивило, все-таки мне очень нравились эти дамы там с этими масками, шляпками, которые выражали это такое мильё, это, ну, как это по-русски, обстоятельства, да? Это мне очень понравилось. И довольно интересная была эта, так сказать, костюмы. Ну, mm-hmm. Мне понравились лично женские, это как это, они все-таки сделали хорошо. В итоге я довольна, что пришла. И, конечно, очень это, так сказать, Элавдас очень делала, так сказать, оживела это эстонские песни там. Что такое, как сказать, это Кирс Тордебиал. Так что можно посоветовать. Довольно интересное это Лагентус. Спасибо.